Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Роман Птан, и сегодня мы с вами поиграем в такую игру, которая называется Escape from Durka. Это, можно сказать, техническим приквелом Bubble Quass, то есть от тех же разработчиков, вот, от создателей Bubble Quass, вот, понимаете, типа приквел. А что же нам тут гласит описание Escape from Durka? Так, это понятно. Попытайтесь собрать все таблетки и карточки, чтобы сбежать из Escape from Durka. Прилагает возможность сбежать в пиксельном стиле. Мы уже можем наблюдать, что есть такая соответствующая стилистика, типа вот этой вот кафельной плиточки. Вон тут бегают еще эти, вменяемые немножко. Вот кнопочка play в форме таблетки. Ну, поехали, нажмем на таблеточку. Что ж нас тут интересно будет ждать? Музыка уже такая пиксельная такая, восьмибитная. Типа как в старых играх. О, день седьмой. Я все еще пытаюсь найти способ выбраться отсюда. Мои проблемы мне не дают покоя. Я знаю, что раз в день двери открывают в щитке. Может быть, это мой шанс. Да, тяжелая история. Вот наш главный герой, похоже. О, сразу же пошла такая нагнетающая музыка. О, зеленая карточка. Ой. Это еще что? Какой-то мужик. Что ж, погнали, давайте исследовать. Тут какие-то карточки нужны. Слушайте, немножко похоже на SCP, вот по этим карточкам. Тупой. Я за стеной пытается ко мне подбежать, идиот. Если человек идиот, то это надолго. Разработчики, исправьте баги, у вас врачи ненормальные. Их тоже нужно в палату, они дергаются. Чил, успокойся. Да иди что в баню. Да иди в баню отсюда. Понятно. Да, все заново нужно. Вот же, блин. Быстро, спидран. Идем туда. Идем к электрощитку, открываем, чиним, все, уходим. Уходим от... Идем к пациенту, прячемся здесь. Уходим, заходим, берем, уходим, заходим, открываем ящик, убираем тут все нафиг, находим лекарства, смотрим, нет ли никого поблизости, берем красную карту, идем туда, заходим, берем синюю карточку, берем лекарства, зашибумба. Теперь заходим в эту комнату, компьютер, покупаем, уходим, вот она, отлично, бежим! Ай, уйди! Нормально. Что тут у нас? Ноутбук. А что в ноутбуке? Да ты чё? Ютуб. Сделал свою игру. Ты туп. Так, линейка. Стилизованный джойстик. Не потрудились сказать, где выход? Помогите, за мной ненормальный гоняется. Уйди! Да уйди от меня! Он встал там. Они вдвое подстерегают меня специально. Уйди отсюда. Яндекс.Такси. В нужное время, в нужном месте. Ой. Ой, я идиот! Уйди! Да я ж пошутил. Отлично. Открываем. Ой, это чё? Ой. По-моему, я не туда немного нашел. A few inches later. Есть! День 19. Мне казалось, что я смог сбежать. При каждой попытке все вокруг будто меняется. Их лечение мне не помогает, разве что пациент из третьей палаты может помочь. А, это не... Мы не сбежали? О, тут еще и новый пол. Нифига себе. Тут у нас что? А, не, фу. Фу, я подумал, что...
Вообще придется. А что здесь? Ого! Это Миньонус. Так, я до сих пор не нашел ни одной карточки. А тут у нас что? О, тролль. Это что? О, я в яму провалил. Понятно, я упал в яму, и я сдох, типа, да? Прикольно. Разработчики позитивные люди. 10 ставлю им класс с плюсом. Быстро. Зеленая карточка, вот это да. Вот же она. Рядом с троллем. Ой. Ой-ой. Так, тут у нас что? Тут у нас лекарство, похоже. Уйди отсюда, чудовище. Во-во-во-во, давай-давай. Здорово, бандиты. Идем на конспиративную квартиру. Тут тролль. Страшный достаточно. Открываемся. Сим-сим, откройся. Я не поймал, мы что тут? Угу. Угу. Ага. Так. Ура, на выход. Побежали. Есть, ура. Я сбежал. Oh, shit. Here we go again. День 24. Я уже привык к своим глюкам. Возможно, в этот раз я сбегу. Но смогу ли я? Конечно, сможешь. Конечно, сможешь, чувак, сбежать. Это что? Это кто такой? Это что, блин, такой? А, это... Это врачиха! О, таблеточки. Может, тут что-то есть? Ты шлёпа! За шибумбу ушла. Побежали к красной двери. Вот она. Уйди от меня! Толстушка. Ну реально, она крупногабаритная. Отлично. Короче, это чё? Однако. Опять ноутбук. Чё на этот раз? Покупаем. Все. Ей вообще пофиг. Похоже, ей вообще пофиг. Похоже, это какая-то это. Ну, типа поварих, что ли. Побежали мы отсюда. Так, если вот там красные активизируются, то сразу же уносим ноги. Потихоньку. Зеленая! Так, быстрей. Где он? Так, спокойно. Собака, привет. Уйди. Хороший мальчик. Побежали отсюда. Нету. Давайте обыскивать абсолютно каждый уголок. Может, что-нибудь и найдем там. Идем сюда. Потом лекарство и уходим. Да он задрал! И это тоже вон со своими правами мне тут что-то показывает. Что она вот мне тут показывает? Я сбежать отсюда не могу, она мне свои водительские права показывает. Нормально, да? Это еще что? Вон тут лекарство.
Ей вообще пофиг. Кто ее на работу взял? Я извиняюсь, кто директор? Директор этого учреждения. Почему он берет на работу безответственных? Безответственных людей. Это в такое-то учреждение. Это с какой стати вообще? И вообще пофиг. Я иду рядом, ей вообще ровно. О, может тут есть? Есть. Красная. Ага. Так, быстро. Сюда. Ага. Где он пойдет? Побежали отсюда. Скорее уносим ноги. Уносим, уносим, уносим. Уносим ноги мы скорее. Так, мне теперь где-то нужно найти желтую карточку. Вопрос где? Вот же она! Я надеюсь, там эта собака меня не поджидает. Давайте зачекаем. Жаль, что тут нету многопользовательской мультиплеера. Было прикольно. Ждем. Отлично. Я понял уже, где выход. Тетушка, дайте пройти. Ура! Мы сбежали в этот раз, наконец? Реально, бежим! Ну вообще, мне понравилось. Прикольный такой хоррор, пиксельный, прикольный хоррор. То есть, нифига себе. То есть мы попали во временную петлю. Он убежал, а потом стал этим врачом. Заставляют задуматься. Ну что же, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Все нужные ссылочки в описании. Также рекомендую вам зайти на мой Discord сервер. А то, знаете ли, живем сейчас как на вулкане. Всякое ведь может произойти. Всем до скорой встречи в новом видео. Всем пока. Fortnite ile Baba J. Baba J. Baba J ile Xbox Series X. Baba J. Baba J ile PlayStation 5. PlayStation 5. PlayStation 5 ile Logitech. Logitech. Logitech ile Hyper X. Hyper X. Hyper X ile Grand Theft Auto Dini. Grand Theft Auto Dini.